Привет, дорогие друзья! Сегодня буду делать мохито. Кувшин насыпала сахар. Надавила сок из лайма. Вкусный, свежайший лайм. С хвойным таким ароматом. Выросла уже у нас мята. Корочки можно сложить сюда для насыщенности. Перерезаем мяту. Сейчас перережу. Так, перерезала. Можно порвать руками и потолочь с сахаром и с лаймом. Такой безалкогольный мохито. И еще один лайм пару. 2-3 штуки. Ха, не получается. Разрезала. Сок и корочки. Сок выливаем сюда. Там на дне сахар. Вливаем воду со льдом. Перемешиваем, настаиваем. Мохито готов. Ну вот и готов напиток. Если вы не любите мяту, можно процедить. Приятного аппетита!